такое печалька, вот как радостно, я не знаю. О, ты будешь рада! Саша! За все эфиры Саша и Алиса. Вам придется сейчас бороться за жизнь. Саша с Алисой, по-моему, проявили себя как раз-таки в танго очень достойно. И они не заслужили танцевать еще раз. Для меня, понимаешь, крайне важно поддержать вот эту планку, которая появилась в последний эфир. Я все-таки смог, мне кажется, показать судьям, что я действительно сильный танцор, что я достоин быть десятки. Мы такие очень странные, вот. И теперь мы в паре. Вы самая странная пара на проекте. Модерн. Ребят, наша история сегодня это вечная история. Это противостояние светлых сил и тьмы. Саша, ты у нас воплощение зла. И света воплощение света. Да? Не странно. Забавно, что я олицетворяю светлую силу и темненько, а он олицетворяет темного цвета. Это всегда так, понимаешь? Потому что на самом деле темные силы, в них есть капля светлого. Одно не может существовать без другого. Это оживают силы света и силы тьмы. Он для меня вот как учитель, как старший брат. Мне действительно с ним очень интересно. У нас очень похожий взгляд на танец. Поработаешь? Я готов быть для Камбур надежным партнером. Я готов делать сверхъестественные поддержки, когда она там ошибается или еще что-то. Хочется ей, реально хочется искренне подбежать и помочь. Ой, куда прийти? Ко мне. Как ты так поворачиваешься? Подожди. Вот. Смотри, сели. Мы вместе погрузились в одном танце в свою среду. Хотя они полностью противоположные. Танцуют все. Тьма, добро і зло, вони справді не можуть існувати одне без одного. Света і Саша. Поприветствуйте также постановщика этого философского танца Юрий Пристаецкий. Ребят, ну признавайтесь, как вы такие разные сработались?
Сработались. На самом деле очень легко, да? Это только внешне. И в понимании хореографии разные. На самом деле у нас просто да, каналы. Телепатия, телепатия. Я вам помогу, это называется унисон. Да. На самом деле, нам очень повезло с идеей номера. Потому что, то есть, вот этот символ, инь-янь, и мы пытались найти связь как вот в паре, так и вот в нашем номере, и вот это все, оно как бы соединилось, и получился такой, да, как бы... полностью согласен, то есть, да, упустить такую возможность, то есть, в плане персонажей, так, чтобы не закрутить именно в какую-нибудь такую стихию, это, блин, надо было постараться. Спасибо огромное, Юрий, спасибо тебе большое. Я вообще в шоке. Саш, ты, по-моему, первый раз, когда ты совсем был согласен. Круто. Вы сейчас такие няшки. Это слово я тоже узнал недавно. Няшки. Костя, на прошлом эфире ты признался, что Света одна из твоих любимых танцовщиц в этом сезоне. Скажи, а Саша стал таковым после того, как стал со Светой в пару? Ну, прекрасная пара, очень оригинальная. И я поддерживаю Свету. Достаточно идея прямиком вот в вашу пару. В категорию Саши попадают танцоров, которые меня удивляют. Но в категорию любимых пока нет. Постановка, мягко выражаясь, не удалась. В вашем исполнении я, к сожалению, не то что не почувствовал ничего. Я такой благодатной почвы вообще и истории хотел большего в вашем исполнении. Очень сложно расставаться с партнерами, начинать срабатываться за короткий промежуток с новыми. В вашем случае было добро и зло, но, к сожалению, кроме этого больше ничего. Та хореография, которую вы показали, и то наполнение, которое вы продемонстрировали на сцене, меня абсолютно не впечатлило. Саша, в твоем исполнении это шаг назад. Такое впечатление, как я видел 4 эфира назад, когда мы тебя ругали. В прошлом эфире ты меня удивил. Лично ты меня удивил. Это был твой пик. А сегодня это 4 шага назад. В поддержках, в уверенности на сцене, с партнершей. Света, я не отказываюсь от своих слов. Ты для меня единственная сейчас, на данный момент, фаворитка среди девочек. Это действительно так. Но то исполнение, которое ты продемонстрировала, это неудовлетворительно. Я не считаю, что эта пара сейчас отработала на отлично. Все. Зато у меня юбочка. Юбочка у тебя прекрасная. Но это не повлияло на твою хореографию и танец. Да, шаг назад — это на самом деле разбег. 4 шага назад. Значит, Большой разбег. Хватит ли для прыжка? Я не знаю, вот что с вами иногда в рекламе происходит? Ну вы такие хорошие были, ну я вас обнимать хотел, а тут опять что-то случилось. Что, перезвонили, сказали, что ван задерживается или что? Дима, что тебе подлили? Все нормально, все хорошо, мы пообщались с ребятами. Успокойся. Я сейчас вообще очень злой как бы. Раду. Ты тоже добрый. Раду, у вашей версии, кто переміг, світ лучший чи тьма? Но я очень надеюсь, что я постарался всех сил, чтобы победило искусство, независимо от сюжета. Всеми силами бы старался. В принципе, все сказал Костя, но я хочу еще пройтись по поводу юбочки Саши. Она тебя не спасла, потому что твои ноги в трико, из-под нее торчащие. Это что-то с чем-то. Вот более неорганизованных ног я не видел. Смело, смело, трико смело, но танцы... Неорганизованные? Простите, Раду, я одну секунду. В прошлый раз были невоспитанные. Не в унисон, не в унисон. А, это не в унисон, да. Неорганизованные. Да эти ноги в армии служили. Извините. Да, Дима, на всякий случай, ты так уже употребляешь часто слово унисон, не путай со словом унисекс, это другое, да? Да ладно! А у меня в рекламе, значит, был унисон. Продолжайте, Раду, извините, пожалуйста, продолжайте. Не плачь, не плачь. Все, все. Дима, выходи. Светик. Я тебя люблю, честно, но у тебя были эфиры просто в разы сильнее, чем этот. Понимаете, хореограф взял философскую тему, большую, инь-янь, черное и белое, противостояние. А у вас, ребята, все какое-то было серое, как будто смешали два цвета. Кстати, Саша, твое отношение к замечаниям судей очень много о тебе говорит. Я понимаю, что ты самодостаточный пацан, но когда говорил мой коллега... Костя. Да, Костя.
Когда говорил мой коллега, ты в это время шушукался со Светой. А, я не шушукался, я просто, для меня очень важно состояние партнерши, ваши слова иногда очень сильно задевают. Я как бы, я слышу и слушаю, и прислушиваюсь, но все-таки я со мной очень рядом верю, партнер. Что ты говоришь правду сейчас. Поэтому слушай, вслушивайся. И наша работа – выслушивать критику и делать выводы. Ребята, не самый лучший эфир. Долой серое, пускай будет черное, белое, красное, зеленое, любое, яркое, чтобы это было ярко, чтобы это было по-настоящему, понимаете? Серости нет. Нет. Боремся с ней. Спасибо. Влад, у меня на тебя одна надежда. Я надеюсь, ты скажешь сейчас хорошие слова, ребята. Давай. Дело в том, что мне было очень интересно наблюдать и за каждым из ребят в отдельности, и когда я узнал, что из них получилась пара. И я бы очень хотел сейчас их защитить, но, честно, зацепиться особо не за что. Завязка очень красивая. У меня была надежда на то, что произойдет развитие, и мы увидим что-то интересное. Но вы выглядели очень тяжело, неповоротливо, как будто вы лет на 15 старше всех остальных конкурентов своих. И хореограф исходил из того, что ему досталось, и вы сделали все, что могли. Но выглядело это неубедительно. Совершенно. А вот сейчас я не согласен. Было ощущение, что вы боролись не друг с другом, а каждый со своим телом просто. А это на сцене выглядит очень некомфортно. Я честно, я не знаю, что с вами случилось. То ли вам пиццу не привезли, которую вы заказывали. Таня, надежда на тебя последняя. Ну, в этой ситуации хотелось бы сказать словами классика. Но классик, к сожалению, по этому поводу ничего не сказал. Поэтому, ребят, ну, если поддержать, то... Не надо, не впервые. Конечно, ты предупреждай. Нет, Сашенька, вот ты знаешь, моя мама уже тебя полюбила. Это о чем-то говорит. Я уже на пути к большой любви к тебе. А страна вообще тебя любит, я так понимаю. Поэтому зачем тебе я? Ребятки, все будет хорошо, все будет хорошо. Удачи. А я хочу нагадати, що сьогодні Свята і Саша покажуть свої неповторні соло, і я переконана, що вони там розкриються по повній програмі і вразять вас. Я думаю, що вам зараз треба зібратися і не зважати, Саша, не зважати на критики, не ображатися на наших шановних суддів. І я нагадаю глядачам, що від сьогодні тільки ви вирішуєте долю цих танцівників. Смішно, на самом деле. Да ладно, поддержите, пожалуйста, друзья мои. Я уверен, что сейчас и телезрители также присоединяются к этим аплодисментам. Я уверен, что в соло вы докажете, что вы достойны продолжать борьбу в этом шоу. Давайте не грустите лично, я уверен, что у вас все будет хорошо. Договорились?